преддверии курортного сезона в Анапу приезжают тысячи автомобилей из других регионов. Но не все автомобилисты готовы двигаться в общем потоке, держать дистанцию и соблюдать очередность проезда. Многие, желая сэкономить собственное время, идут на грубейшие нарушения, превышают скорость, не соблюдают боковые интервалы и игнорируют требования при перестроении. Новый пункт правил дорожного движения рассматривает такой стиль езды коротко и емко – опасное вождение. Для таких водителей отдел ГИБДД по городу-курорту Анапа подготовил комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений. Будем задействовать мы скрытое патрулирование, как рассматривалось. То есть будет вестись видеозапись, после этого патрульным автомобилем будут водители, которые грубо нарушили правила маневрирования, останавливаться, и к ним будут приниматься меры согласно Кодексу административных правонарушений Российской Федерации. В целом, автомобилисты поддерживают такое нововведение. По их мнению, это не только существенно сократит количество аварий на дорогах, но и будет дисциплинировать любителей быстрой езды. Много лихачат, из-за этого проходят ДТП. Только, наверное, из-за этого. Люди, которые в себе самоуверенные, а на самом деле не осознают своих действий. Я отношусь положительно. И я хочу, чтобы не было этих таких несчастных случаев на дорогах, когда остаются люди инвалидами и вообще уходят из жизни. Так что надо еще пожестче такие законы принимать. У нас такая смертность на дороге, это никакой стране мира такого нет. Новая поправка в ПДД пока будет работать в тестовом режиме. Штраф за опасное вождение может составить 5000 рублей и более. Его размер будет окончательно установлен этой осенью.